Ребята, всем привет. Итак, спустя 2 месяца я снова нахожусь на авторынке «Зеленый угол». Хочу сейчас показать вам, сделать обзорчик. Как говорится, цены, видео, новинки, ну и все, сами понимаете, да? Что изменилось, что, какие варианты есть, какие конкуренты есть у моего варианта, который я хочу купить. Ну и вообще, может, какие-нибудь модели новые опять увижу. Я, блин, снова со своей чекухой этой хоккейного клуба «Сибирь» сзади. Так, вот Lexus, смотрите, с правым рулем. IC. 16-й год, 2,5. 1 миллион 825 тысяч рублей. Кожа, все дела. Вон Subaru XV 2020 года. Тоже правый руль. 2 миллиона 120 тысяч. Он еще и гибридный. Вот интересная машинка какая-то красная. Что это такое интересное? А, Toyota, механика. Toyota Yaris. Состояние вообще как новое. Такие каров здесь что-то, я смотрю, немного, да, у вас? Вот Toyota Porta, 18-й год, 815 тысяч. Porta это вроде. Да. Вон сидуха как складывается. Рактис. Рактис 750 тысяч рублей. 12-й год. Вот Prius 17-й год. 1 290 000. Конечно, дороговато. Это Toyota Aqua 850 тысяч. 17-й год. Вот два желтых красавца. Че почем? Так, вот это Toyota Rush получается. 885 тысяч, 11-й год. Что-то, блин, дороговато. А это Fit, 18-й год, 965 тысяч. Почти миллион уже Fit. В принципе, что, обычный Fit, да Fit белый. Да. О, мой любимчик, инваган. Это уже рестайлинговый. Чё? Чё почём? Эх, красавец. Тысяч, наверное, 550 стоит. Вот Prius 730 тысяч. Такой вот. Простенький, старенький. Во, а это Honda N-Box. Это вообще лухари. 559 тысяч. 15-й год, полный привод. Но круиза нет. На руле он коцка, кожи тоже нет. N-Wagon тот побогаче, конечно. Но N-Box это N-Box. Вот сразу 455 тысяч, 18-й год. Дайхатсу вот такая рабочая. На механике. Вот 420 тысяч, 17-й год. Полный привод. Ну, в таком вот исполнении. Да он там железо даже, ну как в газели, короче. Крутилки. А это вот 860 полторашка. Такая ничего машина. Я бы, допустим, вместо Виша такую бы взял. Может когда-нибудь. Может когда-нибудь получится. Они вон тоже с круизом, я смотрю, часто.
попадаются, уже вторую с круизом вижу. И дизайн такой необычный. А вот Виш, кстати, рядом стоит. Виш 865, 11 год. 865. А это 860, но 16 год. Вот Сиента и вот Виш. Да? Ну Виш, да, он пошире. По длине примерно такой же. Видимо, выше классом все-таки весит. Если так, такая разница. 5 лет. Считай, поколение это уже другое машина. А ценник один. А вот она наша стояночка, где я покупал инвагона своего. Собакин. О, тут что-то вообще пусто у них. Так, вот красавцы, 1 350 000 в Оксе. 14 год, гибрид. А этот 1 460 000, 15 год, гибрид. Нох и Вокси. Братья, Нох и Вокси. А вот Nissan Sylphy. Такое вот праворукое исполнение. Под дерево. Так побогаче, конечно, чем леворукие варианты. Sylphy, да? Тут вот Аккорд рядом стоит. Аккорд весь на фарше, но цены нету. Lexus. Lexus пробежный, наверное. Форик, наверное, пробежный, вот, с номерными рамками. Форик вот 16-й год, двушка. 1 680 000 стоит. Вот этот Аккорд, 16-й год. 1 990 000, 86 000 пробег, 4,5 балла. 2 миллиона. Вот такой вот Аккорд гибридный. О, вот он, Кейкар, Nissan, Дейс. Но цены нету. Honda Inbox. Но цены тоже нету. По горам там, если честно, лазить вообще не хочется. Смотрю туда и не хочется идти даже. Вот, пожалуйста, 16-й год, 435 000. Ну вот, комплектация-то хуже, чем мой вариант. Так-то те же двери-слайдеры получаются. Daihatsu. Daihatsu Tanta. На крутилочках. А, он только что год 16-й. А я 14-й хочу брать. А вот Honda Inbox в простенькой комплектации. 515 2016 года. Ну-ка, а что там? Да, лучше, конечно, кастомные брать. Кастомные вообще небо и земля. Вот за 500 тоже обычный Inbox, 16-й год. Так, Honda Inbox 470 000. Беленький, 3,5 балла. Ну, здесь нормальный, приличный салон. Но круиза нету. А не знаете, сколько такая стоит? Ага. Смотрю тебя. Вы что, машину выбираете, да? А что ищешь? Да? Рейнджер когда-то. А, понятно. Ну я вот тоже приехал сегодня за машиной. Сегодня, да? Ну, я на поезде приехал.
Ну, я машину выбрал, а так, пока они не приехали, погулять, посмотреть. Вот что-то интересное, что это такое, Рокси какой-то. Дайхатсу. 2 миллиона, я думаю. Ладно, что, будем смотреть. Так, Дайхатсу свеженькая. Неплохая, со строчкой с красной. Миллион 590. Такие колеса модные. Ну здесь вот что-то какой-то зазорчик присутствует. Наверное, передний привод, я подозреваю. Вот это Mitsubishi красавец. Но цены нету. О, Suzuka 383 тысячи 12 года. Mazda 385 тысяч, тоже 12 год. Танта без цены. Пассо 515 тысяч, 14 год, XG. Комплектация. Вот это все, аукционник, все написано, 4 балла. Салончики тоже красиво. И тут вот этих Пассо, вот 475, 525, 519, 539, 519, 485. Короче, чисто вот Пассо одни. И вот этот ряд тоже пассо. Просто 10 штук или сколько, больше 10, наверное. Пассо — это литрушка у нас. Комплектажки вот тоже разные. Здесь на крутилках, там вот на кнопках. 15-й год. Что это? Ну, 1365. 15-й год, да. Сколько такое, интересно, пониже рынка будет. Но. Ну, пустых мест много. Как-то подразобрали, наверное, машинки. Или не пригоняют, не знаю. Пустых мест хватает. CHR, 17-й год, 1756. Вот недорогой вариант, 360 тысяч, Танта. Цветастый, на климате. Правда, салон беленький. Но зато Тойота. Да нет, спасибо. Вот это красавец, Suzuki Bandit. 16-й год, 819 тысяч. Топовая комплектажка. Здесь и круизы, и все подряд. Тряпочный черный салон. Гибрид. Офигенная тачка. Так, вот он, N-Wagon получается. Полный привод, черный, не рестайл еще, как у меня был. 535 тысяч. Какой год? 14-й год. 535, офигеть. На сотню дороже. Но тоже все, все круиз, все есть. И вот рядом рыженький стоит. Тоже топовый. 545, это 13-го года, ну, стекло, по крайней мере, стройкой. Рядом инбокс 18-го года, 660, что ли. Инбокс, он хоть и не топовый, но он с круизом. Для меня круиз очень важен.
Интересно, что вот эта наклейка значит? Рек, типа, что для блогеров? Вон еще один эндваган, но сначала вон тот инбокс надо посмотреть. В синем цвете вообще офигенно смотрится. А как бы я его не смотрел в прошлый раз, 2 месяца назад. Похожее что-то было. 625 тысяч, по-моему, я его смотрел. Странно, что это он задержался. Ну, вон Харьер, 19-й год, 2150. Кто-нибудь желает? Так, вот еще один инбокс, ой, инваган с золотистым значком. С золотистыми значками по кругу. Так, вот интересный степ-ваган, 11-й год, ультимейт. Гибрид в наклеечках такой, весь красивый. И салончик заряженный тоже, правда, подстертый. Колеса тоже не из простых. Ну вот какая-то новинка интересная какая-то модель Honda. 1 347 000, 19-й год, полторашка, полный привод. LED туманки, да, вон туманочки ледовские. Что за модель, интересно? Фрит, наверное, новый кузов. С круизом, ну руль прям как на этом, на инвагоне, почти один в один. Подлокотнички такие маленькие, забавные. Мафона нет пока что. Да, Фрит Плюс. Фрит Плюс, новый кузов. Интересно выглядит. Ну, 19-й год, что, новая машина, считай. Ну, вот такой рабочий вариант. 845, 12-й год. Без пробега. Коробка. Вот с 917. Похожая модель. 13-го года. Тоже на механике. Вот кузов в таком состоянии у беспробеговой машины. Тут как будто, ну, либо обложено все было, прям даже не затерто. Вот они, кроссоверы Nissan. Вот цен что-то нет здесь. Вот 5 штук прадиков сразу. 1 300 000, наверное, стоят. Так, для прикола посмотреть. 3 440, 2,7, 18-й год. Но это 2,7, это не топовый мотор даже. 3 400 000. Вот дизель, 3 170. Дизель, наверное, поинтересней. Он тут и дешевле. Правым рулем, разумеется, машина. Этот 2.8 дизель тоже 3.5 с обвесом. Ну, покруче такая комплекташка, видимо. Ну, вот этот самый простенький 2.800 стоит. Но тоже Prado есть Prado. С фирменное зеркало вот это у них на левой стороне. Ну что там, падение на крутилках? Нормальный, да, Toyota. На липучке. Так, вот Suzuki Hustler, 18-й год, 635. На крутилочках. Да, ну явно тут посвободнее, чем летом было. Места прям дофига свободного.
Странно, к чему бы это. Вот кейкарт, 435 тысяч, 18 год, полный привод, коробка туманки. Вот он инбок, кстати, вообще. Но он как бы не кастомный, но G-комплектация, электродверь, 395, 14 год. Вообще лялечка, подарок прям. Салончик вроде такой приличный. По состоянию. Колеса не родные, конечно. Nbox. Климат, бесключевой доступ. Хороший вариант. Это все-таки Honda. Ну, конечно, такой он пожинканный маленько. Вот что-то радиатор облезший. А, ну и пробег, видимо. Пробег, наверное, великоват. Ну, 4 балла написано. А пробег не написан. А вот Crown, 17-й год, 1,920. Гибрид 2,5 литра. Ё-моё. Crown. Ну, эта комплектация не самая заряженная. Nbox. Интересно. Вот он, кстати, Одиссей. Я Одиссей, я такого ни разу не видел. Гибрид Одиссей. В прошлый раз просили поснимать. Да, конечно. Это не просто тряпка, а какой-то велюр. Прям велюр приятный-приятный такой. Серый. Колеса заряженные. Гибрид, все дела. 4 балла, 18 год. Цены вот нет, к сожалению. Вот они, паркетнички у нас. Телефоны есть, цены нет. Вот здесь Давидыч снимал магнитофоны, он в машинах лежат. X-Trail он за 1 315 000. 15-го года, весь в магнитофонах внутри. Так, вот две интересные модели вижу сразу. Вот это Honda. Блин, без цены. Ладно. Тогда давайте Mazda эту посмотрим. Ну, это типа это CX-5 или как она? 17-й год. Эх, цена закрыта. 0,5. Сколько, чего там, 1 500 000 или сколько? Ну, тоже сарай такой нормальный. Интересная машина, первый раз такую вижу. Так, вот конкурент Suzuki, 585, 16 год, полный привод. Suzuki двери, слайдеры, нормально, круиз, климат. Беленькая Suzuki Spacia Custom. Ну, как бы и цена за нее тоже. Как за Custom. Туманки подзапотевшие, похоже. Аукционник, 4 балла, 147 тысяч пробег. Субарь черный, глянем. Что за субарик? Не глянем. Написано 2-литровый, 300 лосей, 15-й год и все. Ну, красивый. О, пробокс. Весь он, весь просто, все как на заводе. Канолечка. Здесь тоже посвободнее, на этой стояночке. Приус стоит, без цены.
Еще два Приуса. Такой бы за миллиончик взять, хорошенький. Еще 4 Приуса. Вот Филдер, 18-й год, 975 тысяч, полный привод. Автозапуск написано. О, колеса, интересно. Автозапуск, видимо, он какой-то лежит, японский, Кларион. Вот интересная машина какая-то, тоже первый раз такую вижу. Даже цена есть, 1 475 000. 4,5 балла. Какая-то Toyota. Ну, такая все деревянная, все блестящая, лакированная, комбинированный салон с кожей. А, это Алион такой свеженький. Ну вот, полторашку Алион стоит. Чуть-чуть добавить и крауна уже можно взять. Вот Фрид. Фрид же это, 17-й год, 4 балла. Не гибрид написано специально. На штамповках. О, дерево белое такое прикольное. На штамповках. Ну, комплектация, я так понимаю, не самая жирная, если на штамповках. О, Kia. 4 Kia стоит. Леворульных. Ну, это новые, наверное. Вот Волжанка. Волжанка без цены, но с вентилятором зато. Красивый салончик, но спидометра, правда, нет. Вентилятор присутствует. Вот Филдер, 16-й год, полный привод, 870. Полторалитровый, на штамповках. Ну, обычная комплектация, в общем, ничего примечательного. И цвет обычный белый. А вот и моя красавица заезжает. Days Rocks. А это что-то моргает, ошибка? Ну, это никакая ошибка. Что надо? А что с рулем-то? Что, не пробовали? Ничего сделать? Маску ты меня показывал с рулем.